Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «Республика» в студии Родион Архипов. Сегодня в выпуске. Нам сверху видно все. Испанский архитектор познакомился с чебоксарами с высоты птичьего полета. На пути к инновациям и высоким скоростям в Москве стартовал международный железнодорожный салон «Экспо-1520». Внимание! Срочная эвакуация! В Чебоксарском детском саду прошли учения. Чебоксары с 500-метровой высоты. Испанский архитектор Хосе Асибилья увидел столицу Чувашии из иллюминаторов вертолета. Один из крупнейших в мире специалистов по градостроительству во второй раз приехал к нам, чтобы поделиться своими мыслями и предварительным проектом по поводу реконструкции парков, набережной, залива и частично центра города. Напомню, что первое знакомство испанца с нашей столицей состоялось в октябре прошлого года. Галина Титарчук и Андрей Шоклев узнали, что понравилось Хосе Асибилье в Чебоксарах и что он предлагает изменить. Все время, пока вертолет кружил над городом, профессор Хосе Асибилья не отрывал сосредоточенный взгляд от иллюминатора. В течение получасовой прогулки гость увидел новоюжный, северо-западный и юго-западные районы. Но более всего задержал свое внимание на Красной площади и заливе. Центр Чебоксар нуждается в развитии. Главная мысль архитектора. Сюда можно и нужно вдохнуть жизнь. Сделать это легко, если построить вдоль набережной 5-6-этажные дома, проложить пешеходные дорожки, обустроить спортивные центры. В последних, кстати, город заинтересован больше всего. Спортивные мероприятия много. Спортивные по легкой атлетике, по ходьбе. Здесь соревнования проходят, чтобы именно создавать условия для спортсменов. Здесь должны быть раздевалки, здесь должны быть душевые комнаты, здесь должны быть прокат спортивного инвентаря. По проекту архитектора Асибильи вот на этом месте должен появиться еще один пешеходный мост, который соединит Певческое поле с Президентским бульваром. Фонтан придется перенести, как и само Певческое поле. Но пока это лишь планы, нарисованные на бумаге. И чебоксарские градостроители все предложения принимают на вооружение. Один из главных вопросов, который нужно решить прежде всего, по словам Хосе Асибильи, это обеспечить свободный доступ горожан к заливу. Мы сегодня имеем воду, но к ней нет близкого доступа к этой воде. Если смотреть про развитие концептуальное, максимальный доступ населения к воде. У нас очень красивый залив, зеленая ландшафтная зона, которую не хотелось бы какими-либо неправильными или преждевременными решениями нанести ущерб тому, что уже есть. Пока чебоксарцам и гостям столицы приходится самим прокладывать себе так называемые козьи тропки, чтобы добраться до воды и фонтанов. Вся территория по улице Константина Иванова тоже будет перестроена. Испанский взгляд на этот район чебоксарские архитекторы пока не совсем разделяют. Площадь перед Чувашским театром тоже должна видоизмениться. По мнению профессора, на площадке возле памятника Иванову вполне мог бы уместиться павильон с мастерскими, где могли бы работать артисты и актеры. К примеру, есть страны, где на таком же пятачке умещаются целые театры. Все предложения ведущие городские архитекторы приняли. До конца октября у них будет время на то, чтобы внести коррективы в эскиз. Профессор Хосе Асибилья, в свою очередь, также займется доработкой. С новым проектом он обещал приехать в Чебоксары в самое ближайшее время. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Скоростные локомотивы, умные панели управления и электрички класса люкс. Мировые инновации железнодорожной отрасли на несколько дней собрали в одном месте. В Москве открылся международный салон «Экспо-1520». В первый день его работы экскурсии устраивали только для деловых делегаций. На форум съехались руководители компаний, специалисты и инвесторы из разных стран. Здесь же обсуждали ближайшие перспективы отрасли. Железнодорожная промышленность стала на путь глобальных перемен. Без инноваций в этой отрасли уже не обойтись. В этом году компания РЖД планирует закупить более 800 локомотивов, а в ближайшей перспективе реализовать два крупнейших проекта. Все ноу-хау, которые вот-вот встанут на рельсы, съезжаются сюда, на международный салон, в Москву.
На рельсы ставят не только локомотивы, но и самые обычные авто. Этот внедорожник оснащен специальным устройством, с помощью которого он и передвигается по железной дороге. Машину многие называют скорой помощью для поездов. Она уже поступает на вооружение ремонтным бригадам. А по самым загруженным направлениям скоро будут колесить вот такие двухэтажные вагоны. В купе для удобства пассажиров все под рукой. Комфортные полки, регуляторы температуры, розетки. Апартаменты на колесах оборудовали тем, что может понадобиться в дальнем пути. Свет с левой стороны регулируется. Кнопка вызова проводника. Радио для пассажиров регулируется. Также пожарная сигнализация. Манеж для перевоза пассажиров с детьми. Пока это только демонстрационный вариант, но уже в следующем году РЖД планирует выпустить более 50 двухэтажных вагонов. Позаботились разработчики и об инвалидах. Купе для людей с ограниченными возможностями достаточно просторное. Кровать трансформируется в любые положения, а информацией на стене могут пользоваться даже незрячие. А в крупных городах страны скоро можно будет увидеть и вот такую электричку. В салоне удобные кресла, столики, оборудовали вагоны и беспроводным интернетом. Двери в современный поезд открываются не только из кабины машиниста. В каждом вагоне установлены видеокамеры. Все, что происходит в салоне, машинист видит на экранах из своей кабины. Разогнаться поезд способен до 160 км в час. На высокие скорости инновационные разработки в РЖД делают ставку. В ближайшие годы компании необходимо реализовать два крупнейших проекта, которые поддержал и президент России. Большие средства направляются на развитие восточной части БАМа и строительство ВСМ-2. Проложить эту магистраль необходимо в течение 5 лет. Эти планы уже прописаны в национальной стратегии развития страны. 19 отраслей российской экономики завязаны на инвестиционную программу ОАО РЖД. Это рабочие места, это благополучие людей и их семей, и это, безусловно, эффективное обеспечение поддержки развития нашей экономики и в части добывающих отраслей, и производящих отраслей. Причем в компании ориентируются только на отечественную технику. Объем производства в этой отрасли растет с каждым годом. На рельсы ставят не только электровозы, но и дизельные локомотивы. Производить их будут и на новом заводе, который сейчас готовится к открытию. Рынок транспортного машиностроения в 2012 году составил уже более 320 миллиардов рублей. И за 7 месяцев 2013 года 210. То есть рост совершенно очевиден. И мы понимаем, что в основном этот рост происходит за счет закупки высокотехнологичной техники, в том числе тягового подвижного состава. Пассажирские поезда, новые вагоны для перевозки грузов, комплексы для ремонта путей. На мировом салоне в Щербинке современные разработки демонстрируют производители двигателей, пультов управления и даже конструкции для сцепления составов. Размеры моделей один к одному. К чувашским предприятиям на форуме тоже проявляли интерес. На стендах одного из заводов были выставлены системы диагностики и управления. Ведомое колесо первое поджилье. Нормально встанет, нормально. Вот по третьему подшипнику вибрация. Там проскальзывание. То есть, исходя из этих данных, машинист уже может принять решение о том, возможно дальнейшая эксплуатация поезда. На станции обычно, там же постукивают, В день открытия салона было заключено множество контрактов. У чувашской стороны на форуме свои интересы. Глава региона подписал соглашение с объединением производителей железнодорожной техники. С партнерством предприятия республики сотрудничают уже 4 года. Для нужд отрасли на заводах выпускают вагоны, контейнеры, микропроцессоры. Новое соглашение заключают с прицелом на строительство высокоскоростной магистрали. Рынок развивается, конкуренция тоже ужесточается. Наша задача, создавая благоприятные условия, задача органов власти, чтобы наши производители могли конкурировать и продавать свою произведенную продукцию. На самом деле рынок у компании «Российские железные дороги» огромный. Это наши рабочие места, это производительность труда. С предприятиями республики очень давно сотрудничаем. У нас установились хорошие, я бы сказал, товарищеские отношения, товарищеское с точки зрения взаимопонимания друг друга. У нас как потребителей продукта, а предприятия чуваши, как производители продукции. Некоммерческое партнерство помогает предприятиям участвовать в разработке прогрессивных технологий. Отрасль в них нуждается. Реализовать идеи, которые сейчас только расписаны в проектах, будет возможно в ближайшие годы. Но уже сейчас очевидно, что эти проекты повлияют на экономику страны. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика, из Москвы.
Минимущество Чувашии отчиталось о работе за последние 3 года. Главное, что удалось сделать за этот период – наладить строгий учет и регистрацию прав собственности, заметно повысить экономическую эффективность от использования государственного имущества, навести порядок в обороте земель. Конечно, мы с вами тоже много обсуждали деятельность нашего министерства по защите законных прав граждан и государства по части преимущественного права приобретения на земель сельхозназначения. Министерством выявлены были нарушения по этим фактам. С иском мы выходили в суды общей юрисдикции, арбитражные суды. На сегодняшний день решением судом 175 гектаров сельхозземель переведены в собственность Чувашской республики, рыночная стоимость которой составляет не менее 175 миллионов рублей. Более подробно о работе ведомства в программе «По существу» на нашем телеканале. Смотрите интервью министра имущественных и земельных отношений Чувашии Светланы Янилиной сразу после информационного выпуска. В июне 2014 года в Чебоксарах откроется еще один садик. На Игерском бульваре идет реконструкция бывшей спортивной школы, которая базировалась в здании дошкольного учреждения. Ремонт идет полным ходом. Уже 2 недели на этой территории хозяйничают строители. По словам начальника ГУКСа, торги прошли 23 августа, а уже 28-го начались работы. Пока на данный момент на объекте работает более 50 человек. Планируется довести до порядка 70 человек с увеличением объема работ. Ну а так подрядчик работает по установленному графику. За 10 месяцев строителям предстоит выполнить большой объем работ. Кроме отделки, необходимо заменить инженерную инфраструктуру. Такие объекты требуют особого отношения. Электроснабжение, водоснабжение, отопление – все это будет меняться полностью. Ну и реконструкция самого здания тоже будет происходить, в первую очередь утепление. Почему? Потому что утепления раньше не было, сейчас предусматривается по новой технологии именно утепление, так, чтобы детям нашим было тепло и комфортно. Детский сад рассчитан на 9 групп, всего 220 детей. Сдать новое дошкольное учреждение строители планируют к 1 июня 2014 года. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика. А в действующем детском саду северо-западного района прошла учебная эвакуация детей и сотрудников. В детском саду условное возгорание. Услышав сигнал, дети оделись и стали спускаться по пожарной лестнице. Без паники и беспокойства. Такие учения в детском саду проводятся 4 раза в год. Кроме практических занятий, воспитанники проходят и теоретический курс. Хотя маленькие в детском саду реагируют очень серьезно. Они уже знают, как это все происходит, куда нужно идти, в каком направлении. Они с воспитателем вместе эвакуируются. Потом обсуждают, серьезно обсуждают, рассуждают, что они правильно сделали, что как нужно было сделать. Вот тут что-то надо исправить. Дают оценку своим действиям и действиям товарищей. И, конечно же, не боятся, не плачут. Каждый работник детского сада четко знает свои обязанности. Кто-то выводит детей, кто-то сообщает о пожаре, кто-то выносит материальные ценности. Такие тренировки, они очень полезны и для детей, и для взрослых. Они будут помнить, что надо делать в таких ситуациях. Потому что при пожаре, к сожалению, гибнут и взрослые, и дети. После учений дети изучили устройство пожарной машины. Накануне поздно вечером в 5-этажном панельном доме по улице Ивана Франко в 3-комнатной квартире произошел пожар. К сожалению, не учебный. 2 человек погибли, 9 эвакуированы. Соседи заметили задымление и вызвали оперативные службы. При этом проникли в квартиру через балкон и вытащили из спальни мужчину. Однако спасти его не удалось. Он скончался в машине скорой помощи. В той же комнате было обнаружено и тело женщины, уже без признаков жизни. По данному факту следственным отделом по городу Чебоксары Следственного комитета проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Произведен тщательный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В ходе осмотра места происшествия следов, которые могут свидетельствовать о наличии в помещении, где произошел пожар, паров легко воспламеняющихся жидкостей не обнаружено. Не исключается, что причиной смерти мужчины и женщины явилось отравление угарным газом. Также проверяется версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении
При этом очаг находился в помещении, где были обнаружены тела мужчины и женщины. В целях проверки этих обстоятельств, а также восстановления объективной картины произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожаротехническое исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Театр уж полон, ложи блещут. В эти минуты в Чувашском театре оперы и балета постановкой «Серпеге» открывается новый театральный сезон. К слову, в прошлом году балет «Серпеге» был признан лучшим спектаклем года на театральном конкурсе «Узорчатый занавес». Чебоксарский зритель, успевший за лето соскучиться по любимым артистам, с сегодняшнего дня может посещать все спектакли. В этом году постановок будет достаточно и новых, и давно полюбившихся. Наш корреспондент встретилась с директором театра и узнала, что ждет любителей оперы и балета в новом 54-м театральном сезоне. В сентябре наших зрителей ждут две премьеры. 18 сентября мы ждем наших зрителей на совместный проект симфонической академической капеллы нашего театра. Это произведение Карла Орфа, Кармина Бурана и одноактный балет «Вечный свет» в постановке Галины Никифоровой. И, конечно же, в сентябре нас порадует наша, думаю, любимая артистка Чуваши, это Мария Иланова, приглашает на свой творческий вечер. Будет состояться премьера оперы «Дон Карлос». Ну и очень приятно, вот мы придумали такую акцию в сентябре для наших любимых зрителей, кто к нам придет с цветами, с букетом цветов, с садовых или с одним цветочком красивым, признается в любви к нашим артистам. В сентябре, вот с 12 по 28 сентября, вход для зрителей, пришедших в театр с цветами, бесплатный. Ну, в октябре к нам с обменными гастролями приедет театр из Сыктывкара, театр оперы и балета. Ожидается турне нашей балетной труппы по странам Европы, достаточно продолжительное. И, конечно же, после Нового года мы будем готовиться к постановке грантового спектакля, гранта главы Чувашской республики. Это постановка оперы «Нарспи». Ну и традиционно наши оперные, балетные фестивали, фестивали опереты и много-много интересных событий ожидает нас в 54-м театральном сезоне. К слову, видеоверсию балета «Серпеге» вы можете увидеть в эфире национального телевидения «Чуваши» в ближайшее время. Следите за программой. Завтра стартует в Чувашии экологический субботник. Присоединиться к празднику чистоты и помочь в наведении порядка могут все желающие. Места уборки – роща Гузовского, парк 500-летия и роща в городе Новочебоксарск. Начало в 14:00. Хочется пригласить всех, парки, скверы, может быть, убраться вокруг своих домов и в тех точках, которые мы сегодня обозначили. Мы вас всех ждем, ну и, конечно же, от нас будут подарки. Это и сувенирная продукция, и атрибутика, и всем мы подарим, конечно, фирменные футболочки. Рабочие руки пригодятся и 14 сентября в парке ЗДК «Тракторостроители» и в Бауманском лесу. Начало в 10 утра. Это была последняя информация на сегодня. До встречи завтра в 7:30.